Nokia 6600S. Замена межплатного шлейфа. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6600S». Межплатный шлейф в данном аппарате подлежит замене в нескольких случаях. Повреждение самого шлейфа, выход из строя клавиатуры или микрофона. Шлейф приклеен на двухсторонний скотч к металлическому механизму слайдера. Для облегчения снятия шлейфа мы прогреваем его горячим воздухом из паяльной станции. Металлической лопаткой сверху вниз аккуратно поддеваем шлейф с одной и с другой стороны. Затем, раздвинув слайдер, извлекаем шлейф. Новый шлейф устанавливаем в обратном разбору порядке. Все. Межплатный шлейф заменен.